Где мои 16 лет? Ну, наверное, решил арбузиком запустить во время работы. Моя сестра Валентина дала. Давай топор. Ножа нету. О! Вон как пошел. Это явно что благословенный арбуз. Нет, косяк. А ну так пошел, видишь, трещина. Это тебе не на базаре куплен толстокожий там с селитрой, а травы свой. О, так. А что смеетесь-то, топор? Игнатий Брянщанинов с другом, когда приехали, монахи их так возненавидели, ножа не давали. Они как мы картошку топором чистили. А арбуз-то разрезать это топором не так уже и сложно будет. О. Давайте. Сегодня Никита работал до обеда со мной. Ладно, а тут лежу он уже не такой, как до обеда был. О, вот посмотрят мусульмане, скажут, от нас утащили арбузы, у вас их не было. Крестовые походы это все сделали. Гроб Господень искали, на. Сергею Павловичу. Так, брату Никите. Христос. Вот. Мы еще здесь сделали, вот это, здесь с этой стороны, вот я покажу. Ой. Вот это вот деревья. Здесь сплошняком все завал был, невозможно. Спилили 40 только деревьев. Вот здесь вот, вручную все до одного. И вон они как пилили, то они там обкалывались. И теперь вон какая кладка, вот какая кладка. И с той стороны три кладки дров. А теперь где? Вот мусорные сделали, вот второй, вот там третий. И вон вверху еще четвертый наложили. Подмели сегодня все граблями. Потеряевке уже где-то 193 года со дня основания. И такой чистоты, так, конечно, не было. А кто бы делал это? У всех своя работа. Видите? Вот смотрите, какая ветлина, тополя. Мы вот черемуха оставили, она краснеет. Место-то какое красивое. Ну вот завтра говорят, что к нам грузят бульдозер. Мы уже тут вешечки поставили. Видно, нет, красные. Покажи вот на углу. Вот я поставил. И вон туда выставил далеко, там не видать? Вон на повороте, на бугру, красненький там, а, ну, посмотри. Вижу. Ну и сюда. Вот первым делом кювет сделать. Кювет. Ну а дальше заедем на этот участок, пни вырвать. А потом пробить туда, там маленькую дамбу сделать, чтобы глину добывать. А потом эту воду выдавливать. Он сам посмотрит, как это делать. Нас поддерживают. Сережина мама говорит, рыбу прислала. Какая рыба-то? Не знаю. Не знаешь? Горбуша. Горбуша. Так, ну все, Володя, садись с нами. Угу. Давай. Опа.